А были в вашей жизни решения ваши или какие-то события, о которых вы сожалеете? Конечно. Вы готовы рассказать? Если ничего не приходит в голову, конечно, сразу, лучше, значит... Конечно, лучше на страшном суде это рассказывать, да, чем... Да, давай, два, у нас не страшный суд. Давайте. Мандат от страшного суда. Нет, давайте тогда здесь проедем. Давайте вы мне скажите вот тогда о чем. Вы в свое время, когда были уполномоченным по правам человека, активно достаточно выступали против смертной казни. Вот... Не пойму я все-таки наших элитариев, потому что мне кажется, что вы, не вы персонально, весь истеблишмент наш, вы все пытаетесь сделать по американским моделям, как кажется, вот во всем равняетесь на Америку, там, не знаю. Про истеблишмент говорю, про элиту. Вот все в Америку, там, дети пусть в Америке учатся, недвижимость тоже, там, все по-американски. Но а я вот, за элиту не отвечаю, у меня дети в Америке не учились. Мы не про ваших сыновей, мы договорились, что мы про семью не будем говорить, мы не про сыновей, не про внуков, не про правнучку Александру говорить не будем. Говорим сейчас про вашу инициативу. То есть вроде как все как в Америке, а отношение к смертной казни. В смертной казни там и детей казнят. В США имеется в виду, в Техасе, пожалуйста. В большинстве штатов есть смертная казнь. И, вы все меньше, поставьте меньше, себя кстати, на место человека, который вот, у которого там, я не знаю, правнучка или внучка, или дочь, или сын, неважно, оказалось в руках садиста, который сделал то, что они делают. Там, не знаю, выколол глаза, изнасиловал, пытал там неделю. Понятно. И вот, как вот можно такому человеку оставлять жизнь? Я не понимаю, честно говоря. Да. Значит... Вот если каждый отдельный человек это спроецирует на себя, на своего близкого... То есть вы считаете справедливостью... Око за око, зуб за зуб. Справедливостью переигилить игиловцев, да? А при чем здесь ИГИЛ? Как ИГИЛ? Они вот режут. Надо добавлять, что запрещенные. А почему на глазах? Ну, как на глазах? Я вижу по телевидению, как они режут. Почему? В Соединенных Штатах это делают. А при чем Соединенные Штаты? Соединенные Штаты – страна своя собственная, своими собственными традициями. Страна, у которой оружие – это как у нас вилка и ложка, так сказать, и так далее. У них есть своя специфика. Угу. Почему вы считаете, что у нас мы такие все специфичные и уникальные, а Соединенные Штаты, они не специфичные. У них есть своя специфика. Они страна с оружием. У них, видите, до сих пор существует, несмотря на все, постоянно чуть не каждодневные убийства в школах, люди не отказываются, большинство людей не отказывается от того, чтобы, так сказать, не иметь оружия. Угу. У каждой страны своя история. И при чем тут страна? Вы говорите о смертной казни или об Америке? Я пытался на самом деле понять ваше отношение к ряду тех понятий, которые ассоциируются с вашей фамилией. Да. В силу тех должностей, которые знаете. По смертной казни я вам скажу. Я решительный противник смертной казни, особенно в России. Особенно в России. Потому что я считаю, что история России нас учит тому, что жестокость не приводит к хорошим результатам. Что жестокость и смерть не приводят к хорошим результатам. Кстати говоря, наша замечательная императрица Елизавета Петровна смертную казнь обещала отменить, и действительно при ней не было смертной казни. Знаете, вот вы говорите про жестокость, я пытался говорить про справедливость. Вы знаете, дело в том, что... Справедливость – это не наша категория. Справедливость, мы узнаем о справедливости на страшном суде и так далее. А что касается... И это большевизм, говорить об абсолютной справедливости в человеческом измерении. Человек от природы несправедлив, но это другой длинный разговор. А у нас существует проблема. Это проблема нулевая терпимость по отношению к ближнему. Это проблема жестокости и жесткости. Это проблема, когда вот мы ведем с вами спор, или не с вами, а с другими с кем-то.
треть от силы, это для выяснения истины и для уважительного попытки подумать над аргументами собеседника, и две трети – победа над ним, одержание такого поверженности, радости от того, что он сокрушен, и так далее, и тому подобное. В человеке есть много животного, много дикого. Животного в плохом смысле слова, потому что есть хорошее животное. И в России, к сожалению, это очень сильно развито. И привело к трагическим последствиям. Чудовищно трагическим последствиям. Поэтому отмена смертной казни в России – это великое достижение, которое обращено прежде всего не тем, кого казнят. Потому что к тем, кого казнят, и тем, кого сажают в наших условиях на пожизненное заключение, это еще большой вопрос. Это другой, это небольшой вопрос, это другой вопрос. А это для нас, для наших с вами душ, понимаете? Вы, да, действительно, когда убивают родных и близких, первое впечатление – это взять реванш и немедленно уничтожить этого, исполосовать, искромсать и так далее. А потом, через некоторое время, вы обратили внимание, иногда через короткое, иногда из длительное, люди прощают своих жертв. Кто вы как? Помните, знаете, Елизавета... Нет, ну как, старшая сестра Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, сестра императрицы последней, погибшей. Она же простила убийцу своего мужа, Каляева. Вы знаете, я просто... Это великий пример для нас. У нас противоречие. С одной стороны, Елизавета Федоровна святая, она простила, она пришла к нему и так далее. С другой стороны, мы, уважая и любя Елизавету Федоровну, говорим, вы искромсать их всех, гадов, так сказать, и правых, и неправых. Враг, он всегда враг. Лучше 10 убить, чем... Но вы же знаете все аргументы против смертной казни. Вы можете их без меня сказать. Нет, вы же знаете, сколько людей... У нас просто на аргумент совершенно не осталось времени. Я просто, ставив финальную точку, могу сказать, что я убедился, что я разговариваю с дипломатом. Просто у дипломата, у которого есть природный авторитет, который умеет просто, беседуя с собеседником, уводить его от вопроса, отвечая, не отвечая на вопрос, и это тоже, в общем-то, большое мастерство. Мне это было интересно. Спасибо вам. Интересно. Наступательное со стороны моего оппонента. Толерантное с моей стороны.